Уважаемые подписчики, не стыдно вам? Это я, Павел Куксенко, расслабьтесь, друзья, сейчас будет интересно. Короче, коллеги, спешу с вами поделиться. Совсем недавно я прошел подготовку по направлению тренинг-тренеров. Оказалось, что за крайние 3 года, работая постоянно, ежедневно, в основном с людьми, я совершенно не знал, как это делается методологически. Ну, то есть, есть методология о том, как необходимо тренировать людей для достижения каких-то результатов. Я это делал как-то, признаюсь честно и откровенно. Надеюсь, получалось у меня это хорошо. Так вот, пойдя обучаться, друзья, с первого же занятия у меня пачка отвисла от того, что я там увидел. Дело в том, что мы на первом же занятии разбирали архетипы людей. Это так называемая оборотная сторона человека, которую он показывает, но не осознает. И эти вещи классифицируются, их 8. На эту тему я решил создать отдельное направление, отдельный тренинг, который будет как раз-таки открывать нам карты, что же такое архетипы людей и как с ними работать. Так вот, друзья, к чему все это? Когда ты знаешь, что у тебя есть в кармане потенциальный ключик к каждому человеку, тебе проще договариваться с кем угодно. С инвестором, с конкурсным управляющим, с потенциальным продавцом, с потенциальным покупателем и прочие вещи, которые можно встроить во все абсолютные элементы нашей жизни. Я готовлю сейчас тренинг на тему архетипа инвесторов и архетипа конкурсных управляющих, то есть люди, с которыми нам чаще всего приходится сталкиваться. Знание архетипов людей позволит нам быть лучше и более продуктивными в процессе переговоров с кем-либо. Друзья, те из вас, кто следит за нами давно, а те из вас, кто сейчас видит это видео впервые, ждите, очень скоро появится информация на эту тему. Я наберу группу из 20 человек из числа тех ребят, которые напишут наиболее интересную историю, связанную с аукционами по банкротству, которая происходила с вами, либо с вашими ближайшими знакомыми, то есть та история, которую вы знаете доподлинно. Среди тех, кто напишет наиболее интересные истории, я выберу людей, которые пойдут с нами в этот бесплатный тренинг про архетипы людей, про архетипы конкурсных управляющих и потенциальных инвесторов, друзья. Подписывайся на наш канал, пиши комментарии. В следующем видео будет гораздо больше полезной информации. Это Павел Куксенко. Пока.